Грибной канал летом – просто дивное место, и не только для спортивных тренировок. Здесь можно созерцать природу, дышать свежим воздухом и одновременно наблюдать за тем, как лодки и каноэ рассекают водную гладь. Почему бы не запечатлеть эту красоту на долгие годы, подумали спортсмены и художники и организовали пленэр. Ну, такое мероприятие у нас на Грибном канале впервые проходит. Конечно, очень интересно. Творческие люди приехали. Мы смогли сегодня им показать, как ребята тренируются на байдарках, на каноэ, как ребята тренируются на драконах. Классно, когда какая-то будет выставка, и наш канал, наши воспитанники, студенты, студенческая лига, это будет, когда они себя еще увидят. Ну, это же вообще классно. На самом деле мероприятие – часть проекта «Туристический Барнаул Алтай». Его автор – Барнаульская арт-галерея. Директор Анастасия говорит, в прошлом году пленэры в основном были посвящены архитектуре города, а тему спорта выбрали впервые. У пленэрной живописи свои особенности. Сложность в том, что нарисовать с натуры. То есть не с фотографии, не образы из головы, а именно нарисовать реальность и перенести ее максимально достоверно. В этом и профессионализм. Здесь разные у нас картины. Здесь у нас и архитектура здания есть, и инфраструктура, и люди. Чаще всего рисуют именно греблю на драконе. Примечательно, что на пленэр выехали опытные мастера, представители Союза художников и студенты Новоалтайского училища и художники-любители. Татьяна Васильевна, к примеру, на пенсии. 5 лет занимается живописью, до этого увлекалась фотографией. Сейчас вот что вижу, то пишу передо мной. И посредине хочу написать каноэ, вот этот вот, как он тут, дракона. Дракона, с, вот здесь вот напишу дракон с этими с гребцами. 10 гребцов, барабан, пишут голова дракона, хвост, еще дракон. А художница Ирина Петухова ради вдохновения вместе с гребцами прокатилась на драконе. Мне довелось попробовать прокатиться с ребятами из головы команды. Очень сначала волнительно. Первый круг страшновато, правда. Ты испытываешь те эмоции, которые испытывают ребята. И ты можешь как-то больше глубины добавить в свою работу. Словом, эти эмоции запомнятся художникам надолго. Ну а выставка картин на Грибном канале пройдет с 14 по 17 сентября в рамках крупных международных соревнований «Алтайская регата». К тому же в День города часть работ будет выставлена в арт-галерее «Код». Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком.